Золотые медали, белые розы и музыкальные подарки. Так на стадионе в Чобручах поздравляли девчонок из Нистру ГТК с победой в чемпионате Молдавии. Викторию они оформили за 2 тура до конца турнира. Кубок и золотые медали чемпионата Молдавии у самых элегантных оранжево-черных футболисток Нистру ГТК. И приятный бонус – белые розы. Ваша победа очень значима. Вы прославляете не только Чобручи, не только Слободзейский район, но именно Приднестровскую Молдавскую республику. Ваши победы показывают, что мы-то как раз, может быть, и впереди многих. Поэтому я искренне поздравляю, говорю огромное спасибо. Вы сделали огромное дело. Вы уже как местные звезды. Чувствуете ли вот это как раз? Ну, есть немножечко такое. Меня маленькая девочка даже встретила и такая, я тоже хочу стать футболисткой, все такое. Спрашивала, сложно, нет. То есть вы вдохновляете уже и, может быть, автографы кто-то берет? Автографы нет, но маленькое поколение, да. Ни в коем случае никогда не готова перейти в другую команду. Моя команда, это, в принципе, моя вторая семья. Я хожу всегда сюда с удовольствием. У нас очень дружный коллектив, и я очень дорожу этими людьми, они мне как родные. У руля больше года трехкратный чемпион Молдавии и бывший игрок сборной Армении Артем Хачатуров. Думал вначале женский футбол, что это, но сейчас уже привык и все, в принципе, хорошо. Чемпионат был хороший, сложный, конкурентоспособный, боролись почти до последнего тура, заняли первое место. Основными конкурентами были команды из Тирасполя и Новые Онены. Ключевая была, тут мы играли дома с Тирасполем, и вот решалось практически все. Мы выиграли 3-2 и на 95% уже обеспечили себе чемпионство. Футбольное поле, как большая сцена, зажигает Евгений Аврамов. А это уже танцевальный подарок от местного коллектива «Ритмы века». Еще один сюрприз в стиле хип-хоп. В планах у женской команды Нистру ГТК заслуженный отдых. Но недолго, скоро уже новый сезон.